Дарья Новенькова заканчивает 9 класс. В начале года девушка и еще более 200 таких же молодых и активных ребят пришли в школу вожатых. Два раза в неделю обучающиеся проходят тренинги и мастер-классы. На этот раз для школьников приготовили финансовый квиз, где обучили их финансовой грамотности в игровой форме. Мы учимся работать с детьми, мы учимся коммуникации, мы учимся тому, чтобы не бояться себя, быть открытыми, выступать. И в целом за время учебы в школе вожатых я приобрела достаточно много каких-то новых умений в плане, как быстро организовать какую-то игру или, допустим, как быстро найти общий язык с кем-то. Сейчас заканчивается уже третья школа вожатых. Обучающие программы для школьников проходят ежегодно. В этот раз до финала дошли порядка 100 слушателей. Все они получат сертификат о прохождении курсов и будут трудоустроены в летние лагеря. Ребята работают по 2 недели, трудовой договор заключается на 2 недели, работают по 4 часа в день. Если, ребятам нравится, они имеют возможность продлить трудовой договор на последующие 2 недели. Да, по результатам работы они получат заработную плату на свои карты, значит, заработная плата составит 12 тысяч рублей условно, МРОТ они получат. Для слушателей школы готовят лекции о трудовых отношениях, оказании первой помощи и аниматорские мастер-классы. Мария Левина, Василий Колдашов. События.